Умное земледелие прочно входит в нашу жизнь. Одно из его направлений – точное земледелие. Вместо того, чтобы пахать, сеять, вносить удобрения на глаз, как это делалось на протяжении многих веков, сегодня фермеры могут точно рассчитывать количество семян, удобрений и других ресурсов для каждого участка поля с точностью до метра. Завод «Радиан» из Ставропольского края производит системы контроля высева «СКИФ» для различных видов посевной техники. Фишка наша в том, что мы можем контролировать пролет зерна по семипроводу на сеялках, как пропашных, так и пневматических комплексах и сеялок прямого высева. Суть заключается в том, что устанавливается датчик накладного типа. Необходимо просто прикрутить его к шлангу без разреза, без каких-либо дополнительных манипуляций. Наша система позволяет 100% обеспечить контроль сева, контролируя обороты вентилятора, контролируя каждый сошник, контролируя загруженность бункера и выводит всю эту информацию на монитор механизатору. С середины 70-х годов предприятие сотрудничает с комбайновым заводом с берегов Дона, разрабатывая для них и постоянно модернизируя электронные датчики различного назначения. Мы производим целую линейку датчиков. Это датчики потери зерна, датчики загрузки бункеров, датчики оборота, датчики положения, дмуги, датчики уровня жидкости. Точное земледелие в сельском хозяйстве – это общая концепция, подход к управлению производственным процессом, а не перечень из нескольких конкретных технологий. Многие аграрии это поняли и успешно применяют его в растениеводстве. Сейчас колхозник борется за каждую копейку, за каждое зернышко. Ему необходимо экономить на всем, поэтому система контроля ставится для того, чтобы было больше урожая, чтобы колхозник не потерял ни единого, так сказать, зернышка. Все борются за экономию, прежде всего колхозник тем более. Чем легче, чем проще работать и эффективнее, тем лучше. Установленные датчики на сеялку могут отображать, давать информацию механизатору о том, как проходит сев. Находясь в тракторе, механизатор прекрасно понимает, что у него сеялка сеет, проблем у него с севом нет, не надо лишний раз останавливаться, а лишняя остановка – это затраты топлива, затраты времени. В кратчайшее время у нас появится новый монитор, он будет цветной, будет большой, экран красивый. Надеемся, что очень ближайшее время. Елена Лазарева, Денис Акулов, «Планета Агро», Услабинский район.